Буэнос диас, братва. Ядерный рассветный взрыв ваш экрана. Это значит, что мы наконец-то выбираемся из Джекобс Коув, завязываем с зомбями и идем дальше проходить сюжетку. Или... В общем, хорош ля-ля. Сейчас только остатки зомби добьем. Помните, в одной из прошлых серий? Блядь, как они заебались, качки. Пум. Вот это дробовичок, однако. Вот сейчас и запытаем. Чё там по дамагу? 35 на 7. Почувствуй это. По-моему, эта штуковина более ДПМ стоит, чем та, что была. А вот... Так, одно дополнение прошли. Значит, можно ставить крестик. Все, здесь мы закончили. Нафармили кучу крутых пуколок. Блять, классика жанра. Какими ухазил? Ну, 15-м левелом. Сейчас черик пиздык 22-й. Точность 78, скорострельность 1.3. Не, все-таки это не то немножко пальто. Потом пусть так. А что там по доске, кстати говоря? Приветствую, путник. На панели наград в кременнике доступны новые задания. Не беспокоит. Не, вот это вот. Чё, попробуем еще разик. Вот эй, поехали, дружище. Выбирай по вкусу. Ну еще поехали. Так, пройдем сюжетную миссию, немного пофармим побочки. Да мне срать, не поверите. Ах ты ж мать твою, я перевернулся. Так, это в мясо.
Ну, хотя, в принципе, похеру. Гопи шкарусом я создал. Че, там кто-то уебался, по-моему? Щенки, блядь, а это мясо, еще то мясо. Сейчас тогда посмотрим, что у нас получится. Бля, какая она нахуй тебе. Нихуя себе вспышечка. 32 патрона к дробашу. Улыбнуть хотел, не вышло. Научим их вести себя. Больно было. Вот так-то. Вот это по-нашему. Это мне, блядь, по душе. А, сраки летают. Уже не летают. Ну чё, кококольный, я сейчас рот и жопу выебу. Иди сюда. Детки, блядь, в клетке. Кому-то сейчас придет пизда. Вот то самое место. Сразу же, блядь. Кому нужен врач, когда есть мои машины со своими страшными иглами? А, блядь, шизо. Кто там, сука, стреляет, я не пойму. Здорово. Странно, с зомбями получалось лучше. Может, это из-за их медлительности. О, баблач. А, там кто-то... Так, обезглавлен. Кто стреляет-то, блядь? А, вон, снайперюга. Чё за? Снайперская дуэль, гандон. У меня тоже такой есть, педрило. Где там? Есть. Вот этого гандона лучше, наверное. Нет, нам надо подбежать именно. Блять, ебучая турель, сука.
Так, ну хоть шулды откатил. Круто. Сука! Да, я люблю убивать. Ты будешь так кричать, когда мы тебя... Ты будешь... Если Вове всрали рейд, нам поможет Зигмунд Фрейд. Так, блять. Вот это мясо. От нас не о, патрончиков мне дали. Так, бежим дальше. Придумать, из чего потом от уродов отстреливаться, в случае чего, когда кончатся патроны к дроби. Так. Больно было. Ха, на лету поймал. Так, теперь куда? Ой, стоп. Ага, вперед. Патроны для дробовика. Во! Урода надо аж 4 патрона. А, не, иногда бывает достаточно 3. Откуда же ты настреляешь-то, блядина? Ну, на тебе трансушку. На тебе вторую. Чё? Шхавал? Пилось! Чё там? Угу. Пизду. Где ты есть-то? Занято нахуй. Так, зря я это схватил, ну ладно. Так. Щенки, блять. Готовченко. Так, о! Стволы. А вот СМГ мне и не доставало. Неважно, охотитесь ли вы на бандитов или исследуете. Так, пистолет в пизду. Так, надо патрон к дробовику подкупить. За ебца. Есть еще прикольная сыщит? Так, пехотин. Не, хуйня, пошли дальше. Это сильный противник.
Он обладает энергетическим щитом, который вам необходимо уничтожить, если хотите причинить вред врагу. И не позволяйте ему прикасаться к вам. Наверное, охотник за головами. Кувалда тебя накажет! Блять, он нихуя не критуется. Так, хуяк сперли. Ладно, закидаем урода трансфузионками. Заодно и сами подлечимся. Готов, покойничек. 3, 5, 5, 5. Так, откуда кто еще наструливает-то? А, иди-ка сюда. Псина мохнарылая. Наверняка вам бы хотелось Атланта. И незаконный захват такой собственности преследуется по закону. Призываю вас немедленно сдаться на ближайшем... Ой, да пошла ты в опизду. А, так ты еще и снайпер. Нихуя себе тихий час. Сколько кишек, блядь. Всё нахуй в кишках. Ну, кто после этого со мной не согласится, что миссия, сука, мясная? Просто нахуй злоебаное мясо. 50... Блядь, у него всего... Блядь. Короче, нужны тесты. Точность вообще нулевая. 112. Так, короче. Если нужны лекарства, подходим и берем. 186. Так. Короче, так и не получилось у меня добыть какую-нибудь более-менее маломальски стоящую пушку под замену тем, что у нас есть.
Пиздилище, просто пиздилище. Так, опа, новые квесты. Нет, далеко пиздовать. Сначала на арену. Так, снова открываем карту, что-то я попидорасился. Ага. Хм, арена, говорить? Бля, даже так. Пидор бронированный. Только патроны не узряжок. Так, опять экспишечка. Продолжаем хайпить. Гори, животное. Хуяк. Thank you.
Боюсь, шкуру попорчу. Животные, блядь. Я, по-моему, с уродов больше бабла сниму. Ну, это было неплохо. Неплохо. Да-да-да, неплохо. Так... О, а здесь три автомата. 86 хуйня. Обладать силой богов. 109 домашки. Ладно, пусть будут. Да, типа зрительный зал. Хуя себе. Так, блядь. Хм, в полете нахуй. Собачий анус. Стоит выпить. Тебе удалось не только расправиться с Девятипалом, но и отмутузить кувалду. Да, ты станешь звездой в этих хуяк. Я уговорил Пирс дать тебе доступ к мысу Дань. Теперь ты сможешь добраться до новой гавани. Приветствую, путник. На панели наград в Кременнике доступны новые задания. Это потом как-нибудь повеселимся, когда уже... А сейчас давайте, наверное, отправимся дальше. А.
где у нас живут машины. Выбирай по вкусу. Итак, вы верите, что хранилище существует, да? Да. Все только об этом и болтают. И это самое значимое событие из всех, что происходили здесь за долгое время. Только представьте, сколько новых людей сюда прибудет. Послушайте, если вы найдете хранилище, у вас будет шанс получить целое состояние. Но только в том случае, если вы найдете достойного партнера, который поможет вам выгодно продать ваши находки. Итак, отправляемся в путь. Мы партнеры. Купи аптечку. Не пожалеешь. Так, сразу же проверяем, что есть в автоматах. Загрузка и анализ записи ДНК. Подтвержден статус человека. Доступ к так. Открыт. Пожалуйста, подождите, пока я открою ворота. Давай, открывай, уже заебал. Пиздатенько. Ну вот она и новая локация. А поскольку время уже прошло полчаса, я думаю, пора серию не сильно затягивать, а приостановить. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. До встречи!